Кто спит, кто не спит. Сервис-парк финального этапа РДС-ЖП просыпается. Еще, конечно, не все проснулись, но потихоньку просыпаются. Вчера на зоне прогрева намесили просто кучу резины. Вот такая вот здесь история. Видите, сколько резины. Вот, в общем. Сейчас вы спросите, почему Дамира тачка находится на козликах, так называемых. А вот потому что. Ну, я думаю, что все будет хорошо. Вот так вот выглядит процесс регулировки передних колес. Женек тут настраивает уже. Проверяем. Смотрим. Значит, готовимся уже. Музычка тут подсоединяется. Все под контролем. Дэн уже тут прогревается. Дамира уже последние приготовления. Тоже все в порядке. И Биныч тоже на коне. Сань, все в порядке? Красава. В общем, у нас все круто. Как и обещал, рука немного трясется, но это было круто. Собрался, вторую попытку бахнул, да так, что стенки обосрались. Вот. Считаю свой проезд максимально жирным. Есть над чем поработать, но исходя из того, что имеем, да, по автомобилю, по конфигурации, это было круто. И, кстати говоря, смотрите, вот как делается легкий кизвол, то есть прям аккуратненько, чтобы папе Жене много проблем не доставлять. Аккуратненько, вот он кизвол, вот она. Ну чё, Федя, давай, удачи тебе. Жига царь. Выиграй эту квалификацию. Результатов как минимум 80 плюс. Я надеюсь, что это не shift expectations, что называется. Можно в это верить. Тренировки были очень впечатляющими в исполнении Федора Воробьева. Мы посмотрим, что будет, когда пройдет время ехать. Fresh Auto на своей второй попытке. 73 балла было в первой. Ну что, наши цели ясны, задачи поставлены. Осталось воплотить. Короче, сетка максимально непростая. Сейчас еду с Катей на бочину, потом встречаюсь с Ареградцевым, скорее всего. Дальше тут Дайда Сайда едет, Денис Мигаль, Дамира Диатолин. В общем, здесь тоже мясо будет, здесь мясо будет. В общем, непростая сетка. Ребят, давайте потише, дайте мне закончить, блин. Очень непростая.
стать Сочи автодром своей трассы. Один из тех немногих, кто дважды здесь оказывался в топ-4. Мы помним прошлогодний феноменальный финал против Наото Суинаги. И, конечно, главным героем тогда был этот парень. Федор Воробьев! Значит, у нас здесь такие движения, мы стоим в предстарте. Сейчас поедем с Катей, с Набойченко. А сейчас стартует Денис и Дамир Идиатулин. Ну что, друзья, топ-16 пройден, конечно, пройден он максимально на тоненького. Если бы Катя не развернулась бы, не в зоне торможения, я бы остался бы в топ-32. Поэтому, Кать, ты абсолютно точно не расстраивайся, ты реально круто провела заезд. Чуть-чуть зона торможения не удалась, но в целом это очень достойно. Я уверен, что если ты будешь таким же упорством дальше идти, то 100% победа будет за тобой. Так что так. Друзья, ну а у нас что? У нас завтра топ-16. Поедем мы там с Аркадием Цареградцевым. И это будет мясо. Я вам 100% говорю, там без боя. Атмосфере тусуемся с чуваками из Dark Side. Покуриваем скользкие движения. Покуриваем кальянчик. Что за скользкие движения? Ну, меня подключите. Дэн, давай. Давай. Покуриваем кальянчик. И знаете, что делаем? Смотрим дрифт. Зацените, а? Как вам? Я приближу. Опа, вот такие дела, ребят. Дамир! Да ладно, он там зачетками. А что, ладно? Раз, два, три, давайте. Суики, пилот команды Fresh Auto. Вы можете список, если говорить о выступлениях в России. Однажды провел целый сезон в РДС Восток. Единственный и стал победителем этой серии. Да нормально, чё вы? Страйк сделал, красавчик. По жизни ставится, конечно, всегда. Да, самурай. Не спит и у кого работа кипит. Работа кипит у нас, и не спим мы. Весь остальной парк, можно сказать, отдыхает. А нет, еще у Айвара Мустакимова какие-то есть вопросы. Ну, в общем, двигаемся.
чуть-чуть.